Друзья, всем привет! Привет, мальчики и девочки, юноши и девушки, бойцы и бойцы. С вами Инский, и сегодняшний наш видосик будет посвящен очередному, так сказать, дополнению к ивенту коллаборации с Конгом, а именно про нового мирового босса Бешеный Кинг-Конг, да, или как он, бросить вызов Конгу. Так, вот у нас буквально вчера активизировалось, то есть появился новый мировой босс. Вчера пока раздуплялся, видео не делал. Сегодня, надеюсь, не поздно и кому-то оно пригодится. В чем фишка этого ивента? Ну, мировой босс, мы можем его обнаружить, открыв карту, да, даже у вас там на девайсике, вы вот находите, как обычно, смотрите и отправляете одного юнита. Нет, не отправляете одного юнита. А в этот раз все намного интереснее. Да, действительно интереснее. То есть, во-первых, мы заходим на Конга и смотрим вот это вот описание. Например, в этот раз Конг бьет по земле и вызывает землетрясение. На этом этапе стрелки имеют преимущество перед Конгом. Усекли, да? То есть, чем надо бить в этот раз? Стрелками. Говорите, что, опять отправлять одного юнита, но стрелкового? Нет. Вот, пока я заряжаю стрелков, специально тут подхилил даже, да. Вот, всех лучников. Я уже марш, расширение, там, усиление выставил. Побежали на него. И пока мы бежим, объясню, чем вот этот вот случай отличается от другого. Кстати, решил поэкспериментировать. Вот только что я его бил и нанес 4 миллиарда 161 единицу урона без подчиненных городов. Сейчас я вот подключил подчиненные, посмотрим разницу. Да, так вот, в чем разница сейчас? Во-первых, как видите, жизнь ХП улетает намного бодрее, чем у обычного мирового босса. Во-вторых, по достижению вот каждые 20%, да, на 80%, потом на 60%, на 40%, на 20%, если вы его убиваете, вот, то выпадают ящики. Вот. Ну, с обычным мировым боссом ящики тоже выпадают, но очень и очень редко. Вот, потому что он как-то убивается намного-намного сложнее. Кроме этого, есть еще целых пару рейтингов. Во-первых, есть персональный рейтинг. Вот, сейчас я набрал 187 миллионов. Я думаю, что после этого удара я добью до 200 миллионов. То есть, во-первых, первый рейтинг, вы можете попасть в топ-10, вот, и заработать каких-то наград. Вот. Ну, я понимаю, да, там скептицизм многих, говорят, ну, там папки толстые, большие, что они там пробьют, а я не пробью. Абсолютно согласен, абсолютно с вами в этом согласен. Вот, папки пробьют, мне лечиться и так далее, и так далее, и так далее. Но, кроме рейтинга, мы очки за удары по Конгу еще накапливаем. То есть, заходим в персональный рейтинг, смотрим награды. Есть награды в виде рейтинга монарха, да, причем у нас только за топ-10, дополнительных что-то я не наблюдаю. А есть еще очки, награды за очки. И при достижении сначала 1 миллион, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200 и 500 миллионов, вы получаете сундуки. Сундуки достаточно приятные, ну, знакомая тема, да, так же, как мы бьем там варваров, там, как мы собираем там еще какие-то реликвии, сори, тут будильник сработал, вот, напоминалка, вот. Сундуки очень и очень приятные. Кроме этого, вот сейчас добегает. Кроме этого, если вы наносите достаточно как бы существенный урон, то вы получаете до 1000 гемов и до 500 тысяч голды. Ну, что тоже как бы мелочь, а приятно. Так, а что в этот раз я потерял? В прошлый раз 4161, а в этот раз 4248.
ранено 8817. А тогда было также 8817. То есть, с подчиненными городами бить выгоднее. Ну, что-то я их всегда отключал. Не знаю почему. Видите, тут даже дополнительный урон нанес. Вот. Кроме этого, заработал на шарик. Полечить только надо будет 1000 гемов и 500 тысяч золота. И надеюсь, ну, правда, тут идет с задержкой небольшой перерасчет. По-моему, каждый там раз в 5 минут идет перерасчет вот этого персонального рейтинга. Нет. Вот, мои очки 230 миллионов из 500 тысяч. И, по идее, я должен сейчас получить сундучок. Вот, награды за счет монархов событий. Бросьте вызов Конгу востребовать золотой сундук за счет монархов событий. Пошли его откроем. Вот он. Вот такая вот штука. Поэтому пользуйтесь. Надеюсь, будет полезна эта информация. Еще такой нежный нюанс, что у вас 5 шансов бесплатных атаки в сутки. И каждый день, начиная с утра, они восстанавливаются. То есть, если вы сегодня там сделали 5 ударов, и вы не хотите платить гемы за дополнительные удары, не переживайте, следующий день с моментом рестарта сервера у вас опять появится 5 ударов. Вот так. Вот, ну и не забываем там поставить лайки, там подписаться, поставить комментарий. Леха, бей Конга еще. Вот, прочие плюшки. Все, друзья, всем хорошего настроения, до новых волнующих встреч, пока-пока.